Не чувствовать разницы. Единороссы проверили доступность торговых объектов города для маломобильных групп населения. В рейде по улице Талсинской приняли участие члены молодой гвардии «Единой России», представители общественной палаты, социальной защиты населения и районной администрации. Для кого-то повседневные бытовые заботы не вызывают сложностей. Пробежаться по магазинам за продуктами, заглянуть в аптеку. Однако для людей с ограниченными возможностями здоровья даже такие рядовые дела могут обернуться проблемой. Член общественной палаты района, советник главы Светлана Паршина проверила это на себе. Оказалось, что на центральной улице города не так-то просто попасть, например, в продуктовый магазин или салон сотовой связи. Тем не менее, законодательство обязывает собственников торговых объектов позаботиться и о маломобильных группах. К тому же, это главная цель партийного проекта «Доступная среда». Выяснилось, что многие торговые точки не приспособлены для инвалидов. Где-то пандусы установлены не по СНИПам, отсутствует второй поручень, подъем слишком крутой. И рельсы не подходят для коляски. В таких случаях могла бы помочь кнопка вызова охранника, но присутствует и поддерживается в рабочем состоянии она далеко не везде. Некоторые магазины вообще не оборудованы специальными площадками для проезда колясок. Участники рейда приняли решение обратиться к собственникам для решения этих проблем. Специалисты уверены, только совместными усилиями возможно обеспечить равные условия для всех групп населения.